Трансферное ценообразование во всем мире используется уже довольно давно, в странах СНГ не более 3 лет. Насколько оно адаптировано к мировым стандартам, мы общаемся с Андреем Поповым из Creston GCG. На каком уровне находится регулирование законодательного трансферного ценообразования в Украине и в странах СНГ? С какими проблемами сталкиваются компании и насколько много получает бюджет от правильного формирования законодательства в этой сфере? Это интересный вопрос. С точки зрения законодательства, Украина, в принципе, отстает на фоне других стран СНГ. То есть, допустим, если в Казахстане, это была первая страна на постсоветском пространстве, которая ввела регулировку трансферного ценообразования, эта практика уже более 10 лет. В России с 2012 года она используется, то в Украине впервые был закон принят в 2013 году. К сожалению, события в экономике, смена политической власти негативно сказались на судьбе данного процесса. В частности, были внесены серьезные изменения в контексте штрафных санкций для предприятий, как за неподачу отчетности, так и неподачу документации. Но, насколько я понимаю, это законодательство должно стимулировать компании платить налоги, позволять им платить не лишние налоги, а лишние штрафы, наоборот, портят этот закон. Ну, скажем так, в любом случае политика кнута и пряника она должна использоваться. Если сейчас по факту штрафные санкции выглядят так, что за неподачу отчетности, это действительно более-менее серьезная сумма, больше 100 тысяч гривен, за неподачу документации, это там, 10 минимальных зарплат, да, порядка 11 тысяч гривен, то за выявленные нарушения 1 гривна, да, за, ну, то есть это несерьезно, да, это смешно. Если в первоначальном проекте еще при прошлой власти там 5% от суммы контролируемых операций, это был серьезный, очень серьезный стимул для того, чтобы действительно лучше заплатить налоги, чем заплатить 5% от суммы операций, которые, может быть, еще удастся обосновать. Поэтому здесь в определенной степени сейчас идет расчет все-таки на добропорядочность предприятий, да, концернов, ну и самое главное на то, что все-таки, да, предприятия выстраивают свою корпоративную политику, потому что понятно, что рано или поздно все-таки закон должен заработать в полную силу. Мы понимаем, что это крупные корпорации, которые нечестно действуют, не в их интересах, не портить имидж, платить налоги, потому что работают они не только в Украине в основном, но и в других странах. Ну, вообще, в принципе, сам смысл законодательства по ТЦО, его широкое применение в мире очень тесно связано с деофшоризацией. То есть мы очень много говорим о том, что офшоры – это плохо, о том, что очень плохо выводить прибыль за рубеж. Но по факту, да, есть конкретный механизм, это трансфер прайсинг, который позволяет эти негативные тенденции предотвращать и направлять в нужное русло, да. По факту это нормальная мировая практика, когда предприятия стараются оптимизировать налоговую нагрузку, а задача фискальных органов эти вещи предотвращать. Это бизнес, да, и здесь, ну, естественно, что налоги не любят платить все, в том числе и крупные корпорации. Здесь речь идет даже не об имидже, а просто об элементарной норме прибыли. И уже задача государства, да, с этим процессом как-то бороться. Ну вот мы говорим, что в Казахстане и в России эти законодательные нормы были применены. А есть ли какая-то разница между ними в этих странах и в Украине? И какие, может, пункты там лучше или хуже? И что стоит принять норм? Ну, по факту у нас законодательство, оно соответствует международным требованиям. Те методы обоснования контрактной стоимости, да, они в принципе идентичны по всему миру, да, и единственное отличие сейчас пока, ну, помимо там каких-то технических моментов, допустим, там сроков подачи отчетности, это просто пока еще недостаточные, на мой взгляд, санкции в этом направлении. И кроме того, сейчас вот важная новация, которая еще пока парламентом не проголосовано, но на заседании правительства уже было принято, да, изменения в законодательство по ТЦО в контексте расширения их требований. Но опять же, о санкциях пока речь не идет, о каких-то штрафных санкциях за нарушение. Но самым важным моментом является понижение порога объема контролируемых операций в год с 50 миллионов там, до 20. И это уменьшит работу самим компаниям по оплате налогов, да? Ну, скорее наоборот.
Это расширит. Во-первых, для компаний это вообще изначально в пояснительной записке, да, указано, что это затруднит оптимизацию со стороны компаний. В каком ключе? Да, в ключе дробления операций, чтобы не было 50 миллионов гривен в год с одним связанным контрагентом, да, или контрагентом, подпадаемым под мониторинг. Это не обязательно может быть связанная компания. То порог 20 миллионов, да, расширит этот список. Кроме того, он, в принципе, заведет сюда, наверное, в эту тематику еще и средний бизнес. Возможно, то есть, ну, изначальная идея правильно, да, расширение списка мониторинга. Там, в принципе, вообще даже отчетность по ТЦО теперь нужно подавать там, от 1 миллиона до 5, даже там упрощенная форма. То есть, фактически распространяют на малый и средний бизнес, да, такие нормы. Но правильно ли это, используется ли это в мировых сообществах? Ну, скажем так, в мировых сообществах используется, да, в той или иной степени везде, а, скажем так, порог понижается. Другой вопрос, что специфика Украины такова, что у нас, скажем так, просто получается так, что крупный бизнес, он, в принципе, более всегда в выгодном положении находится. Во-первых, потому что он имеет определенное политическое влияние, да, это не секрет. То есть крупные корпорации могут лоббировать определенные изменения, откладывать те или иные нормы, да, которые, допустим, не своевременны, те же штрафные санкции, например. Кроме того, крупные корпорации более подготовлены с точки зрения специалистов, с точки зрения бюджетов на консультантов, допустим, крупных компаний, да, которые могут проработать налоговые политики. Совершенно верно. Более того, даже участвовать в его разработке, в экспертных группах состоять. Да. А крупные корпорации имеют больше, да, более гибкие налоговые стратегии. То среднему бизнесу и малому по понятным причинам, да, он гораздо менее защищен и гораздо более открыт. И поэтому понижение порога контролируемых операций здесь может иметь определенный негативный эффект. Если это будет резкое понижение, то да. А если мы говорим о России и Казахстане, в которых действует это законодательство, порог опущен до той нормы, когда малый и средний бизнес должен действовать по этому законодательству? Честно говоря, сейчас не готов вам ответить по поводу суммы контролируемых операций именно по Казахстану и России. Да? То есть, скажем так, пока и в Украине он не опущен, поэтому, в принципе, может быть, мы преждевременно, да, паникуем. Но, скажем так, здесь я полагаю, что, скорее всего, он будет опущен. Для того, чтобы изменять здесь законодательство, надо менять налоговый кодекс. То есть подход к налогообложению надо менять здесь, и правильно ли он выстроен под трансферная ценообразование? В принципе, налоговый кодекс учитывает ТЦО. Более того, в принципе, нормы по ТЦО внедрены в налоговый кодекс. Изначально, в принципе, мы речь и ведем об изменениях в налоговый кодекс, конечно. Да, это какие-то дополнения, которые должны быть обязательно проголосованы Верховной Радой, да, и, соответственно, еще, ну, никто не гарантирует, что они будут приняты именно в этом виде. Но здесь обязательства Украины перед международными донорами, да, явно предполагают в себе, в том числе, изменения, более эффективную работу законодательства по ТЦО, потому что все прекрасно понимают, да, что бюджет наполнять нужно, и одним из его очевидных способов наполнения является борьба с офшорами. А трансфер-прайсинг – это, в принципе, самый лучший, самый такой очевидный способ борьбы с офшорами во всем мире, не только. Вы общаетесь с компаниями, довольны ли они законодательством, готовы ли они работать в тех рамках, которые сейчас есть, или им нужны какие-то улучшения, чтобы упростить им возможность платить налоги? Большинство компаний спокойно воспринимают данные инновации, то есть как данность, как должное, тем более если это компании, связанные с иностранными рынками, а как правило это так. Они прекрасно понимают, что это мировая тенденция, что здесь ничего не такого специфического. Они занимаются этим, создают отделы по трансферному ценообразованию, да, готовят документации, подключают к этому не только финансовый департамент, но и непосредственно внешнеэкономический, да, чтобы данные накапливались, формировались еще по мере совершения контролируемых операций, а не по прошествии года, да, когда нужно в авральном режиме, как у нас обычно бывает, да, срочно там за месяц все сделать. Ведется в этом направлении работа, то есть большинство компаний воспринимает совершенно адекватно и реагирует соответствующим образом. О регулировании трансферного ценообразования мы общались с Андреем Поповым из Creston CCG. Спасибо за ваше внимание. С вами был Евгений Бенцев, специально для Ducascope TV из Киева.